24 июля в парке за кинотеатром «Горняк» прошло открытие новой скейт-площадки. Организаторы пригласили на мероприятие всех тех, кто любит экстремальные виды спорта. Пришло много магаданцев, и после торжественного открытия начались соревнования среди спортсменов. Сначала ребята катались и делали разнообразные трюки на самокатах, затем на скейтбордах и велосипедах. Занимайтесь спортом, но самое главное, чтобы здесь не было ни одной травмы. Спасибо дорожникам. Вот такого качества асфальта, как сделали здесь, в городе нигде нет. Поэтому тоже большое достижение. Будем стараться, чтобы на улицах города такой же качественный асфальт был, как и у вас. Раньше ребята могли тренироваться на старых самодельных фигурах и палетах, но благодаря Ивану Дзюбе сейчас в парке стоят отличные, разнообразные, а самое главное, безопасные платформы. Именно у Ивана появилась идея об облагораживании скейт-парка. За помощью он обратился к депутату областной думы Петру Голубовскому, который полностью поддержал эту идею. Затем информация попала к губернатору Сергею Носову, и вот так у нас в городе появилась новая скейт-площадка. Также раньше там был асфальт в плохом состоянии, везде лежали стекла и можно было легко пораниться. Поэтому муниципалитет в свою очередь занялся укладкой нового асфальта в парке на сумму свыше 3 миллионов рублей. Я уверен, что таких площадок или подобных интересных площадок в Магадане, в Магаданской области будет больше. Я вас поздравляю. Еще впереди половина лета. Я думаю, что эта площадка будет пользоваться популярностью и будет возможность получать удовольствие.